очень вкусно. Я недавно видео показывала, как я создала свою подушку и чашку на сайте, где ты сам проектируешь свой дизайн будущего изделия. В общем, я думаю, во многих фильмах видели фляжки вот такие. И не буду даже использовать ее по назначению, она просто будет у меня стоять в качестве дизайна. Моя комната розовенькая, специально такую сделала. В общем, очень классная идея, и опять же, это мой дизайн. Такой период начался, очень полюбила итальянскую кухню. И когда я кашеварю, я вечно все вокруг себя пачкаю. Я сделала себе собственный фартук, собственного дизайна. Такой яркий, красивый, с каким-то тут, я не знаю, человечком, который облизывается. Тут есть такие кармашки, куда ты можешь положить все, что тебе нужно. Я очень осталась довольна, и в следующий раз захочу себе заказать уже визитницу.